Краеведческом музее Каспийска на базе Русгидро по инициативе правительства Дагестана прошла масштабная ярмарка вакансий для трудоустройства ищущих работу и безработных граждан с предприятием оборонно-промышленного комплекса АО «Завод Дагдизель». 30 специальностей в этот день ждали своих кандидатов. Все, что было нужно, это выбрать должность и заполнить анкету. Исполняющий обязанности генерального директора Султан Ахмета Салиев подробно рассказал о правилах приема на работу. На разные должности требования разные. Если инженер, то у него должно быть высшее образование. Если он идет рабочим, значит, должен быть. Или если он идет учеником, то вот его будет все равно приниматься на обучать. У нас на заводе имеется свой отдел обучения технического. Или, значит, если имеет разряд какой-то работы, значит, он будет принят по этому разряду. В дальнейшем уже увеличением разряда, увеличением заработной платы и так далее. Помимо представителей предприятия, на значимом мероприятии присутствовали председатель собрания депутатов Каспийска Абдулвахид Джаватов, заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов, а также статс-секретарь, заместитель министра труда и социального развития Дагестана Магомедзагид Кихасуров. У них сегодня вакантно 30 рабочих мест. Это не только рабочие профессии, но и инженера, то есть зарплаты от 30 до 70 тысяч. И некоторым даже сотрудникам зарплаты доходят до 100 тысяч. Завод у нас «Дагдизель» же, он градообразующий, и поэтому республика совместно с городом хотим как-то, чтобы эти вакансии были заполнены, помочь заводу «Дагдизель». За первые 30 минут с начала ярмарки вакансий уже собралось свыше 200 заявок. Стоит отметить, что найти себе работу на заводе прибыли не только каспичане, но и жители других городов и районов региона. Студент Дагестанского государственного технического университета Азамат учится по специальности электроэнергетика и электротехника. Как утверждает молодой человек, возможно, именно на этой ярмарке он сможет связать свою жизнь с одной из представленных профессий. Пару вакансий нашел, уже оставил свои данные. Вот. Буду ждать звонка. Рассмотрел вакансию электромонтера, электромонтажника и механика энергетика. Здесь ребята сидели, я не знаю, кем они являются. Вот. В общем, на все мои вопросы они ответили, как я могу совместить учебу, когда могу сюда прийти, с кем могу еще поговорить. Все, что мне нужно было узнать, я сегодня узнал. Напомним, что организаторами ярмарки являются Министерство труда и социального развития Дагестана и Центр занятости населения города Каспийска.